Последние дни февраля знаменованы резким потеплением. Температура воздуха буквально за сутки подскочила больше, чем на 20 градусов. Лютые морозы ниже минус 20 сменились оттепелью плюс 5, и как результат под ногами непроходимые лужи, с непочищенных крыш сползают глыбы мокрого тяжелого снега, в связи с чем рекомендуем аккуратнее передвигаться рядом с многоэтажками и внимательнее выбирать места для парковки своего транспорта. Рекорд максимальной температуры воздуха для Рязани 26 февраля составляет плюс 6 градусов ровно. Был зафиксирован в 1990 году. Навряд ли будет перекрыт, хотя и значения очень близки к рекордным. В субботу дневной показатель термометра около нуля, уже вечером понизится. Местами ожидаются осадки, а на дорогах, что вполне логично, сильная гололедица. Среднесуточная температура воздуха будет соответствовать началу апреля, плюс 1, плюс 2 градуса. 28 февраля осадки маловероятны. Ночью подморозит до минус 10, минус 15 градусов, днем 2-7 градуса со знаком минус. Все эти скачки, растаявший снег, затем мороз, обещают сильнейшую гололедицу и не очень хорошее самочувствие метеозависимым людям. Подпортилось настроение и у тех, кого зима в этом году радовала сильнее других – любителей зимних видов спорта. Однако март, хотя и сложно прогнозировать заранее, пока сохранит и снег, и морозец. Первый день марта погода не изменится. Без осадков и с чуть пониженным температурным фоном. Ночные часы минус 15, минус 10 градусов, днем минус 1, минус 6. А вот со 2 марта придет новая волна кратковременного потепления. Так что синоптики предупреждают, к переменчивости погоды, пожалуй, пора привыкнуть, набраться терпения, быть аккуратнее на дорогах и помнить, всякая погода – благодать.